Дорогие наши инвесторы, добрый день, уважаемые гости. Сегодня у нас очень непростой, волнительный день, связанный с тем, что мы начинаем очень масштабный проект. Это самый крупный индустриальный парк в Центральном федеральном округе. Почти 2500 гектаров территория. И что самое важное, мы начинаем его не с чистого листа, мы начинаем его вместе с нашими китайскими партнерами, компанией Great Wall. Компания Great Wall является нашим якорным инвестором на этой территории. И здесь в течение 3 лет будет построен современный автомобильный завод по производству 150 тысяч автомобилей в год. Важно, что нашим первым партнером является компания Great Wall. Правительство Тульской области сделает все для того, чтобы это был самый современный индустриальный парк, в котором будут размещаться высокотехнологичные производства, производства, которые дают достаточную добавленную стоимость. И тут будут трудиться люди, которые будут получать высокую заработную плату и будут высокие достижения по производительности труда. Мы договорились с компанией, что это не будет так называемая отверточная сборка, здесь будет полный цикл. Со временем мы надеемся разместить здесь и производство двигателей, и в будущем трансмиссию. Китайские автопроизводители – это компании, которые берут все самое современное. Большой рынок сбыта. Но таким же большим рынком сбыта является и Российская Федерация. И уверен, что наши китайские партнеры произведут качественный автомобиль, конкурентоспособный по цене, который полюбят россияне. Ну а мы, правительство Тульской области, муниципальное образование, обязуемся приобретать автомобили нашей продукции уже с тульским брендом, потому что для нас очень важно, что на тульской земле будет производиться не только всеми знаменитое тульское оружие, тульский пряник, самовар, но еще и тульский автомобиль. Автомобиль марки FL становится тульским. Добро пожаловать! 2, 3. Ваши аплодисменты, многоуважаемые друзья. Прекрасно. Тугой узел долгой дружбы, партнерских отношений помещается в символическую временную капсулу. Поехали! Браво! Знаете, современная индустриализация, она важна для, не только для Тульской области, она важна для России, она важна в принципе для всего мира. Потому что современные производства, они дают высокую добавленную стоимость, высокое качество производительного качества продукции и высокую производительность труда. Поэтому для нас очень своевременное начало работы нашего индустриального парка. И я уверен в том, что мы сможем взять весь тот положительный опыт, который был у наших российских коллег, у наших китайских коллег, потому что прежде чем планировать наш индустриальный парк, мы посмотрели много всевозможных техно-индустриальных парков в Китае, и уверен, что мы сможем сделать наиболее эффективный и самый крупный индустриальный парк в Центральном федеральном округе в России. Поэтому здесь сомнений, необходимости у нас просто даже никаких сомнений нет. 2500 рабочих мест, это только на заводе компании Great Wall. Всего здесь будет создано от 15 до 20 тысяч рабочих мест. 15 тысяч – это нижняя планка. Мы когда готовили эту площадку, прекрасно понимали, что у нас рядом Новомосковск, это 150 тысяч жителей. А Узловая – почти 80 тысяч, 70 тысяч Донской. То есть в шаговой доступности у нас находится почти 350 тысяч человек, и у нас проблем с обеспечением высококвалифицированной рабочей силы никак. Правительство Тульской области предоставляет нам очень активные и эффективные сопровождения за нашего инвестиционного проекта. И еще очень благоприятные поддержки и выгодные налоговые политики. В Тульской области очень богатый трудовой ресурс. Все налоги, которые будет зарабатывать компания, они будут оставаться здесь. Соответственно, одно из условий размещения наших резидентов на территории парка является, что центр прибыли компании находится в Тульской области.